В этом выпуске я расскажу о том, как изменить настройки видео после его загрузки на канал. Это бывает необходимо для того, чтобы изменить его название, описание, теги или какие-то другие дополнительные настройки. Привет, YouTube! Меня зовут Андрей, и вы смотрите канал про бизнес. Итак, для того, чтобы изменить настройки видео, нам необходимо перейти в менеджер видео, выбрать интересующее нас видео и нажать кнопку «Изменить». В открывшемся окне у нас будет несколько вкладок. Первая – основная информация. Здесь мы можем изменить название видео, описание видео, теги, открыть или закрыть доступ к данному видео и выбрать или удалить видео из необходимых нам плейлистов. В следующей вкладке, которая называется «Перевод», мы можем перевести метаданные на необходимый нам язык. Во вкладке «Монетизация», если она у вас подключена, вы можете ее настроить, то есть выбрать те форматы рекламы, которые будут отображаться в вашем видео. Во вкладке «Расширенные настройки» очень много дополнительных настроек, с которыми вы можете ознакомиться после того, как ее откроете. Здесь мы можем выбрать категорию видео, разрешить или отключить комментарии и так далее. Также в этом разделе мы можем добавить или изменить превью-значок к видео. Кстати, напишите в комментариях, полезна ли для вас была эта информация. Если да, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски.